Что открыть? И всем привет, дорогие подписчики канала Umbrella Tech Incorporated. На связи с вами ваш Альберт Вескер, Лара Крофт, Rise of Tomb Raider, она же Восстание, или Восхитительница Гробниц, или Восстание, или Восхождение, Расхитительница Гробниц, в зависимости от того, какой контекст вы вкладываете слово «Rise». И вот она началась, предновогодняя неделя, уже я записываю в Рождество 24-го, поэтому если вы уже... Если вы только-только очнулись, наши, как говорится, западные товарищи, а также Японии, Австралии и... весь африканский континент. А, еще Латинская Америка тоже. Латинская Америка, привет. В общем, если весь остальной мир очнулся только-только от новогоднего запоя, который, как говорится, страны СНГ только-только еще впереди ждет, поздравляю с наступившим вас Merry Christmas 24 декабря. А сегодня мы с вами продолжаем прохождение, ну, конечно же, Мистер Гуршев, нам будет создавать такое прекрасное освещение. Я заметил, что такой хороший контраст выходит. Решил оставить. Ну, и... с кисельком. Малина. Ягода малина. Итак, ребят, я в прошлый раз, когда записывал, обнаружил, что здесь есть какой-то рынок. Давайте мы сейчас сюда заглянем. Посмотрим. Прежде чем займемся основной игрой. Формально она уже началась. На вкладке подарки можно найти полученные вами бесплатные карты и кредиты. Я никаких кредитов не оформлял. Заглядывайте сюда почаще, за новыми подарками. А, вот здесь, там, где подарок, ладно. На вкладке дополнения можно найти загруженный контент. А, ну это, видимо, то, что я получал по предзаказу. На вкладке карты можно найти наборы карт для настройки режима экспедиции. Эти наборы можно приобрести за внутриигровую валюту или в магазине Steam. Но внутриигровая валюта это византийская монета, я не хочу их тратить. Ну ладно, продолжим. Две тысячи? А можно вывести это, пожалуйста, в долларовом эквиваленте мне на карточку? Будь у меня такой запас, я бы не работал бы. Нет, реально, эта сумма уже технически хватает для создания стабильного пассивного дохода. Для финансовой безопасности. Так, подарки. Life Strange. Награда за игру в Life Strange. Набор режима... Подождите. А у меня, кстати, есть Life Strange, если что. Набор режим выносливость. Награда за загрузку режима выносливость. Набор мастер лука. Набор вручаемый с дополнением. Тактический набор для выживания включает мастер лука. Награда за Larkam the Temple of Osiris. Вот это у меня есть. Это у меня есть. А, подождите, это все мое? Так. То есть награда выносливость. Ладно. Ребят, набор режима выносливость. Мне случайную выбрать здесь? Я просто не знаю, какую. Ну ладно, давайте вот. Диетическое мясо. Поедание мяса мелких животных усиливает голод. Хладнокровие. Замерзай, наносите больше урона. Так, вот это мне нравится. Ненасытная, голод усиливается с каждым днем. Немножко жутко. Тут есть голод, я не знал. Обморожение. С каждым днем температура падает все быстрее. Разиэль. Добивание в ближнем бою дают умеренное количество тепла. Конфликт интересов. Огненные
Огненные повреждения согревают. Взрывы значительно согревают. Нет, ребят, я вам сейчас так скажу. Вот это сейчас они сделают, конечно, фигню. Огоньки, если у вас... Знаете, вот как, если вот у вас там случайно где-то загорелись, это да, это может согреть. Да, это болезненно, но это согревает. Но взрыв, он не согреет, если только это не термоядерная бомба. И то на короткое время вы не почувствуете особо... Ну, нет, почувствуете, но моментально перестанете чувствовать. А обычная граната... Ну, она, конечно, создаст тепло, но не такое, чтобы вы, значит, согрелись. Сова. Замерзание одинаково в любое время суток, однако ночью в два раза сильнее хочется есть. Горячая кровь. При убийстве врагов... Вы будете получать небольшое количество тепла. Охотница на мелкую дичь. Маленькие животные дают вдвое больше. Это же у меня было только что. А, у меня голода больше. Костюм первопроходца. Мастер. Дает костюм первопроходца и все навыки охоты, рукопашного боя и выживания. Хорошая карточка. Жажда крови. При убийстве врагов вы будете получать небольшое количество еды. Глубокая заморозка. Тепло теряется медленно, но неумолимо. Его невозможно восполнить. Стоп. Что значит невозможно? То есть я никак не смогу согреть. Ладно, мы пока... Это, видимо, это для выносливости. Но мы не в нем, к счастью, пока что. А ведь придется. Надеюсь, я к Новому году это забуду. И я не буду понимать, откуда вся эта фигня со мной творится. Кайн. Добивание в ближнем бою дают умеренное количество еды. Спасибо. Белая медведица. При плавании голод будет усиливаться. Но вы не будете замерзать. А, кстати, вы же не видите, точно. Вот. Количество кредитов за выпкой. Так. Но вы будете замерзать. Голод. При плавании голод будет усиливаться, но вы не будете замерзать. А! Слушайте, а вот это какая-то вообще дичь, особенно в Сибири. Холодное оружие замерзает, удерживает тетиву натянутой. Это, кстати, да, это реальный факт, это возможно. Да, ваши руки в рабочем состоянии, но сосуды капилляры настолько зажаты, что вы начинаете ощущать потихонечку замерзание всей руки. Неприятное ощущение, между прочим, кстати. Это, знаете, это как вы ходите с пакетами, с сумками. Это вообще беда. Это беда. Так. Голод битвы. Полученные повреждения усиливают голод. Потерянное ночью добивание врагов в ближнем бою восстанавливает здоровье и утоляет голод. Лютая зима. Нет замерзания, но нельзя использовать повязки и сильно хочется есть. Выздоравливать и утолять голод можно с помощью добиваний в ближнем бою. Костюм первопроходца дает костюм первопроходца. Падальщик. При обыске мертвых врагов можно с некоторой вероятностью получить еду. Остальное мы открыли. Ясно, спасибо. Набор мастер лука. Что нас дальше дает? Открываем наборы. То есть... Ну ладно. Летящая тень. Дает костюм летящая тень. Дыхание смерти. Дает базовый лучный лук. Дыхание смерти. Кстати, прекрасный лук. Пустые обоймы. Кстати, это какой-то... А! Это можно продать. В начале игры у вас не будет боеприпасов. То есть что-то... Смотрите, то, что я что-то могу продать, а что-то нет. Мастер лука полностью улучшает все луки, повышает урон от... Неплохо. Гиена огненная. Слушайте, мне нравится название. Бесконечный запас огненных стрел. И вы предлагаете эту красоту продать за 1600? Да вы спятили, что ли? Давайте миллиончик. Бесконечный запас огненных стрел. А 1600, пожалуйста, мы купим у вас. Шеза! Нет, не продаю. Штурмовая винтовка номер 3. Даю штурмовую винтовку с модификациями 1 и 2 уровня прицела. Летящая тень мастер.
бесконечной обоймы. Мгновенная перезарядка при опустошении обоймы. Бесконечные патроны, бесконечные горящие луки, и от каждого по 1600. Ну это беда. Ну тут нет, ну это как? Так это определяется. Я не собираюсь продавать. Набор холодный этим. Сколько здесь топоров у меня всего? Набор охотницы, побег с тюрьмы. Давайте быстренько сейчас тогда их все открою. А, ну это короткий. Токсичность. Сбежал из тюрьмы токсичный человек. Количество отравленных стрел не ограничено. Пустые обоймы. В начале игры у вас не будет боеприпасов. Снайпер-лучник. Увеличит урон стрельбы из лука, упрощает прицеливание. Куртка потомка, искательница приключений. Бесконечные обоймы. Холодная тьма. Дефицит. Сундуки с ресурсами отсутствуют. Это что за лунтак пошел такой? Хардкорный. Это заразно. Так, минутку. Нанося Ларе урон, противник передает ей инфекцию. Единственный способ выжить после заражения – убивать. Тут есть зомби-шутер? Так, походу у нас Лара Крофт с вами задержится, ребят. Ах. Команда подрывников. Во время нашествия появляется больше зараженных с гранатами. Ловушка. Могут стоять на сигнализациях, которые срабатывают при попытке взлома. Низкая численность. Меньше зараженных противников. Суперсолдаты. Ярость. Точный расчет. Фонарь всегда отключается с началом нашествия. Гениально. Модно. Фонарик кажется, вот это да. А, радуга фонарик, мило. Растерянность. Инстинкт выживания не дает подсказки в башнях. Низкий заряд. Фонарик иногда начинает моргать и ненадолго отключаться, словно в анабиозе сон разума. Нехватка вооружения. Оружие на месте боя отсутствует. Искра жизни. Выжившие отсутствуют. А, то есть я сразу стану забегом, не надо вообще париться. Спасибо. Стандартные правила. Зараженных противников можно убить только выстрелом в голову или добиванием. А, классический резидент. Джиггернаут. Оплот надежды. Оплот надежды. Мастер. Удачливая. Наебница. Большеголовые противники. Увеличит размер головы противника и снижает получаемый им урон при попадании в тело. Это... Нет, ребята, это вообще забавно. Посмотрите, вглядитесь в эту карточку сейчас, видите? Там вот тело такое маленькое, а голова, ну вот где-то вот такая, вот, под границей, вот такая голова. И у Ларк, кстати, тоже. Ой. Джиггернаут. За каждое убийство, но не после, не более 5. Защита Лары возрастает. Обновляется через 10 секунд. Эксперт. Плод надежды. Наследие пророка. Что дает? У нас с вами 13 коробок здесь. Я так думаю, мы с вами очень долго это будем все скрывать. Так. Набор наследия пророка. Огненный топор. Рапид. Удачливая. Бессмертный страж. Адреналин. Охотничий инстинкт. И бессмертный страж мастер. Мы давайте, знаете, как сделаем. Мы сейчас еще откроем два набора. Потому что, видите, у меня их целых 10. Получается, у меня их еще целых 12. То есть, получается, у меня было 20...
Теперь вы знаете, насколько я люблю Лара Крофт столь сильно, сколько и Резидент. Нельзя обвинять. Но настоящую Лара Крофт, а это так, поделка. Но что поделаешь? Есть. Мастер охотницы, что даете? Гиена огненная. Прекрасное начало. Наемница 2. Рекурсив делок, белая вдова. Ой, Стельга. Мастер-охотница. Рекурсивный лук, белая вдова. Охотница 2. Мелкий стрелок. И пустельга-мастер. В общем, идеальный набор для тотального уничтожения с помощью лука. Ну и давайте как... Давайте возьмем священный огонь этот. Ой, там бабьяка была. Ладно, я еще Бабу-Югу открою. Я любоп... Хотя, ладно, нет, оставим. Оставим на следующий эпизод. Крупнокалиберный пистолет, яд. Ответный огонь. Священный огонь. Враги, убитые в ближнем бою, взрываются. При этом они ранят, поджигают ближайших врагов. Это вообще как? Цыплячьи бомбы. Chicken bombs. Брошенные цыплята взрываются при помощи... Подожди, а их можно бросать вообще? Как? Гиена огненная. Альфа-хищница мастер. Альфа-хищница, логично. Крупнокалиберный пистолет яд. И удачливая. Так, мы тогда, смотрите, ягу... Ягу мы с вами откроем в самом конце, когда будем в следующий раз смотреть вот этот набор. Так, что у нас здесь по дополнениям? Тут что-то пустовато. Ладно, а тут что? Бронзовый набор. Серебряный набор. 5 случайных карт, один из которых точно будет необычный. 5 случайных карт, одна из которых точно будет необычной. То есть набор. Набор превосходства. 5 случайных карт, которые дают преимущество. Над чем? Набор испытаний. Дикая природа. Из самых странных карт. Ну, слушайте, я не вижу, чтобы здесь что-то еще можно было, наверное, приобретать. То есть набор — это подарки у нас копятся, копятся, и черт с ними. Тайсон, господи. Что? Ладно. О, и мини-крофт. Ну, это отдельное дополнение. Мы его отдельно возьмем с вами. Мы отдельно его с вами возьмем. Так. Давайте тогда продолжим. По традиции, вебку выключаю. С вами не прощаюсь. Отправляемся в советскую базу. Итак. Карточки. А, это елка. Просто вон в том окне. Мне показалось, там будто, видите, вот так если посмотреть. Вот так вот, словно человек стоит. Если так приглядеться, да? А, это елка. Это елка. Так, давайте тогда мы сейчас с вами смотрите, как делать. Что у нас вообще с вами здесь сегодня можно сделать? А делать мы можем многое. Так, доп. Заданий пока нету. Торгаш нас пока видеть не хочет. Хотя у него там рядом не сгораем ящик, но черт с этим ящиком. Нам сейчас как бы сюда. Ну, давайте сначала... А, я войти сюда не могу. Зато я могу войти в гробницу испытаний. Вот давайте туда. Тем более, кстати, рядом с Бабой-Ягой. Она с Бабой-Ягой. Посмотрим, как это все схлестнется. Мне интересно, как это будет смотреться вообще, в принципе, в техническом плане. Так что давайте, пойдемте. Посмотрим, насладимся местными красотами. О, я там что-то упустил, видимо. А, это... Нет, подождите, я могу попасть? Кажется, в теории. Могу ведь? Ну, в теории-то могу. Давайте попробую. Есть, могу. Ничего не могу. Могу. Лара! Не переживайте. Кстати, геймсер отлично откликается, если что. Геймсер отлично откликается. Нельзя просто упускать вот эти вот детали. Давай. Мне очень нравится, что они сделали такие нестандартные заходы.
Мне очень нравится вот эта вот вся нестандартность. СССР. Лезем вверх, чтобы спуститься вниз. Да-да-да, я помню про эту гробницу, я помню про нее. Киселек пока остывает. Пока шла эта вот загрузка, я успел... А, точно! Вот здесь, кстати, внизу реликвия есть. Давайте сразу ее заберем. Так, так все тоже закрыл. Подождите, то есть получается... А, нижний люк открыт, нижний люк открыт. Все, можно спускаться. Давай, Лара. Да спускайся ты уже. О. Что-то у нас еще. О. Монетки. А, нет, тряпка. Так, этого полно всего. Так, подождите, это куда-то подключить надо? Вот оно что. Ладно, давайте реликвии заберем. Орден Красного Знамени — один из высших орденов. Но он специально испорчен. Наверное, его обладатель опозорил себя. Пролетарии всех стран, соединяйтесь. Да, жалко, конечно. Давай, держись. А, я мог туда попасть в прошлый раз. Ну ладно, хоть сделаем помост не такой, не такой вот специальный. Давайте смотрим, что тут. В общем, пока я тут, в прошлый раз случайными ходами такими прыгал, ларчик просто куда-то, ларчик куда проще открывался. Ларчик куда проще, вот. Ларчик всегда просто открывается, ребят. Запомните раз и всегда эту фразу. Ларчик просто открывается всегда. У меня только вопрос. Если вот здесь вот есть вот такой цветной зацеп, видите? Там вдалеке. Значит, где-то есть зона, куда я могу это втыкнуть. О. Лара, давай уже, залезай нормально. Значит, есть зона, куда я могу это втыкнуть. Где это втыкнуть? О, добрый день, сэр. Звезда Героя Советского Союза. Это высшее звание за героизм. Видимо, принадлежало кому-то из офицеров? Наверное. Там нету? Герой СССР. 274. О, пропаганда. Еще одна советская табличка. Ну, хоть правильно сказала. Кстати, вот здесь она в хорошем качестве. Можно посмотреть? Лара, приблизь-ка, пожалуйста. Так. Ну-ка, подождите. Под правильным углом, чтобы светлее было. Вечная слава... Героям, которые борются за свободу и независимость Советского Союза. СССР, победа. Ну, неплохо. Это, конечно, спуск туда. А можно вот это открыть? Я что там все соберу? Я же там все собирал в прошлый раз. Это не учитывается, что ли, теперь? Такое ощущение, будто у меня полно всего, но я не могу ничего сделать. Просто потому, что у меня нет достаточного количества византийских монет. Конечно, нет.
Мне туда надо, но мне туда не надо. О. Парни. Да уж. Вот тебе новогодние подарочки, называется. Лара Крофт и ее новогодние подарочки. Лара, посмотри на меня. О, вот так, отлично. Кошмар. Что тут только у них не творилось-то? О! Вот он, кстати, заход-то. Вот и нашли проход. Нет, мы сходим сейчас вот в эту зону испытаний. Сегодня у нас комната испытаний, если что, никто не догадался. Но, реально, как тут... Что тут вообще случилось такое? Так. Что-то мне кажется, что я иду по сюжету. Нет, это зона спуска. И она ведет меня, кстати, к византийским монетам. Так, это спуск обратно. А там внизу какое-то сокровище, ларчик. Там какой-то ларчик внизу. Перья. Что с этим перьями? Просто если видите, вот эта канатка, она идет вниз вон туда. О! Пожалуйста. Бумага, которой и так полно. Она воз... Нет, она исчезла. Ну давай. Ну а тут что? Тоже полно всего. Всего полно. Всего, чего нужно, полно. Да уж. Но зато открыли все дороги. Чего бы нет. А тут патронтаж. Ну ладно. Зато, кстати, собрали все. Ну, у нас все есть, но я не могу ничего купить. Я не могу ничего купить, потому что, ну... О. Можно зайти так вниз? О. Хороший кадр. Ладно, идемте тогда мы с вами сейчас в эту подземку. У нас такой новогодние подарочки сегодня прямо какие-то. Да-да-да-да-да, как раз гробницу испытаний. У нас прямо рождественские сюрпризики какие-то сегодня. Бухих встретили местных. Кстати, я так... Ну да, это все сохраняется ресурс материала. Меня, знаете, что немножко только подбешивает? Нам, получается, по-любому придется это все потом еще раз ходить собирать, когда у нас все это кончится. А у нас это обязательно кончится. У меня много? Да, у меня 35. Можно открыть? Место. Лара, посмотри туда. Ох. Жалко, что здесь нет фоторежима. Освещение еще работает. Ну, в основном. Почти, да. Похоже на урановую смолку. Ага, это урановый рудник. Ясно. Карта обновлена, красота. Это зон...
А, да-да-да, там в недоступном месте пока еще находится. Знаете, самое что забавное, ребят? Я даже веб включу. Мы сейчас с вами находимся на урановом руднике после получения рождественских подарочков. Я не знаю, как это правильно объяснить, но это очень забавно. Погнали, дальше. Вебка! Отлично. Так. Неизвестное Боже, место. Все такое древнее. Что же они нашли там внизу? Ты точно хочешь это узнать? Так, ну тут вроде ничего такого интересного нету. У меня вот ресурсов до черта. О! Внимание! Одежда! Все вы... Какая нахрен одежда все время? Так, я даже... Ну-ка, там есть что-то крупным планом? О, одежда! Все время, товарищ! Внимание! Одежда, что ли, сожрет? Что внимание? Подождите, а тут были еще какие-нибудь указатели? Так, ну-ка. Ну, это вход в гробницу, это я понимаю. А это урановая шахта. Ну, это гробница испытаний. Собственно, дополнительная гробница испытаний. Я помню, что веб-ка включена, я просто не могу понять. А в чем разница? Ладно. Пойдемте дальше, пока я тут со слуху не помер. Только хвалил за локализацию хорошую. Ладно, погнали. Ой. Идемте аккуратненько. Тут, конечно, уран, но я думаю, не... Что-то мне это... Что-то мне все это дело Ларрич не нравится. То есть там одно, там другое. Давай пока вот сюда сходим. А, ясно. В общем, у меня перебор всего. Ну ладно. Так, и падай. Можно, пожалуйста, византийскую монетку? Я буду очень... Ну ладно, стрела и металлическая деталь тоже хорошо. Пригодится. Почему мне кажется, что прыгать туда лучше не стоит? Ну там есть-то... А! Нет, это нормально, это нормально, это... Фух. Это предусмотрено было. Урановые ванны предусмотрены. Все хорошо. То есть только для папса такой съезд, да, здесь? Лара, зажги, пожалуйста. Я вот сюда сначала. В любой непонятной ситуации сначала заплываю в темную клоаку, а там уже посмотрим. Тем более, видите, мерцает. Что-то нас. Кабанья шкура. Неплохо, неплохо. Смотрите, насосная система для откачки. Я только не могу понять, как эта система... Нет, конечно, я понимаю, что Советский Союз строил все на века. Чтобы потом, когда потомки придут, и они все это пропьют и приедят... Чтобы это все могло работать, когда внуки и правнуки. Молодец, что ты хочешь от меня? Награду? А?
Лара, ты, я же, конечно, понимаю, что ты по Горбачевски, по Ельцински не хотел бросать коктейль. Ну ладно. Это точно безопасно. Подрывать все в шахтах. Лара, вот тебя сейчас задавит, это потом это кошмар потом будет. Почему мне кажется, что здесь будут зомбики или Виндиго? Вот почему у меня такое ощущение? Скажите мне, пожалуйста. И там... Кстати, заметьте, а там что? Я не знаю, что это, но это можно будет взять, наверное. Ой-ой-ой-ой. Держись! Держись, держись, держись! Ну и вход. Ну, что ты хотела? Советское наследие. Радуйся хоть, что такой вход есть. Мне бы теперь понять, где мы все. Еще артефакты. Похоже, они сделали пролом в старый коридор. Надо бы самой взглянуть. Взглянем, но сначала наверх пойдем. Я хочу посмотреть, что там. О, очко навыка получили. За то, что просто роемся в урановой шахте. Слушайте, Fallout прямо дело гласил. Так, а тут что у нас? Есть что-нибудь ценное? То мало ли пропускаю. Так. А, это с другой стороны откроется. Ага, это, я так полагаю, дорога обратно, ясно. В общем, мы туда вернемся. Мы туда вернемся. Это хорошо. Правда, непонятно, какие мы будем. А, стоп. Что тут у нас? Ага. Да, мы вернемся, и там, скорее всего, внизу тоже будет спуск. Это руда. Это руда везде. Слушай, а может они живут так долго благодаря руде? Это было бы логично. Просто логично, это было бы гениально. Но это, конечно, не так. Зараза. Надо быть поаккуратнее. Вот что у нас? Эта фляжка принадлежала солдату Красной Армии. Маркировку не могу разобрать. Давай посмотрим. Она еще наполовину полная. Наверное, мне еще успеет пригодиться. Хочешь испить? Я, конечно, слышал, что советский самогон может держаться с 1000 лет. Алкаши травились очень часто, но все же. Ну, хотя как сувенир. Ну, если уж ты там застрянешь где-то, хотя бы отравишься лучше, наверное. Так, давай. Вот так. Ай-яй-яй-яй! Держись, держись. Она находится где-то там. Пресвятая советская жопень.
Так, нам туда. В общем, не продолжайте. Стой! Не продолжай игру! Мне подчиниться? Пишите в комментариях. Ну а я пока проигнорирую. Еще газ. Кто-то прятал горный инструмент и самодельное оружие. Нельзя больше ждать, когда наши братья снаружи перейдут к действиям. Красные обнаружили здесь нечто более ценное, чем эта ядовитая руда. Они нашли и осквернили могилы наших праотцов. Это последняя капля. Сначала мы думали, что древние стражи восстанут и покарают наших мучителей. Теперь я понял, что это нам суждено стать орудием Божьего возмездия. Мы прячем кирки и топоры и копим силы. Очень скоро те из нас, кто еще может драться, восстанут и перебьют наших угнетателей, пока они не стерли с лица земли наше прошлое и настоящее. Логично, правильно, справедливо. Относительно не могу ничего плохого сказать. А это ранец геолога. Карта обновлена, найдены новые секреты. Не удивлюсь, если она вон там, да. Внимание! Внимание! Есть великий риск отравления. Обнаружен новый базовый лагерь. О, где он есть? Красота. А кто зажег? Мне теперь любопытно стало. Так, давайте посмотреть по выживанию. Мастер изготовления трупов ловушек. Пули со сменным прицелом. Эксперт-подрывник. Зажигательные бомбы. Ну, это, конечно, интересная штука, но смысл... Верное попадание. Стрелы, выпущенные тройным выстрелом, автоматически нацеливаются в голову. Беру! Без вопросов. Думаю, все согласны. Возражений нет. Так, рюкзак. Потроша для оружейных патронов. Пусть будет. А для всего остального нужен медведь. По оружию. Ну, все остальное у нас есть, так что проблем здесь быть не должно. Так. Они там находятся, но до туда еще добраться надо. Так, а рядом со мной находится реликвия. Вон там. И еще одна... А, еще документ. Вот. А, он прямо у самых входов. Так что, в принципе, нам сначала... В общем, здесь много чего валяется, и надо все забирать. Ну что, погнали? Вот это высота. Держись! Все живы, все здоровы. Сначала туда. Так, это возьмем. Походу, мне тут много чего придется сжигать. Я так смотрю. О. Тут что у нас? Взрыватель для бомбы. Тоже собран вручную. Наверное, он долго собирал ее по частям. А толку? Вы посмотрите, он весь дырявый. Да, есть, конечно... Но он вообще не рабочий. Он не герметичен. Он не выдержит.
Так. О! Там что-то наверху. Ну-ка, дай посмотрю. О, видите? Рудничные тележки. Нельзя ли перекрыть воду ими? Можно, в теории, наверное. Вот тут оно. Что у нас? Так близко. Надо как-то пробраться внутрь. Проберемся. Когда урановая вода почти иссякла, я всерьез опасался, что командование свернет проект. Но когда мы уже собирались закрыть шахту, вмешалась сама судьба. Мы нашли некое помещение, пострадавшее от обвала, но явно созданное человеком. Внутри находились древние предметы и объекты, к которым никто не прикасался с того дня, как гробницу запечатали почти 1000 лет назад. Мы удвоили усилия. Рабочие вместо добычи руды ищут и извлекают из гробницы артефакты. Местные снова поднимают шум, как будто не хотят, чтобы кто-то увидел эти реликвии. Придется примерно наказать пару юнцов, пока недовольство не переросло в бунт. Идиоты! Вам сказали, не трогайте могилы моего деда. Нет, полезли копаться. Ну вот идиот, прямо идиот. Рудничные тележки. Нельзя ли перекрыть воду ими? Наверное. Потому что, видите, я там не зажгу никак. Рудничные тележки. Нельзя ли перекрыть воду ими? Да все верно, Лара. Можно. Но осторожно. Рудничные тележки. Нельзя ли перекрыть воду ими? Да все можно, Лара. Все за ваши. Нельзя ли перекрыть воду ими? О! Классика! О. Еще одна фреска. И ничего особенного не скажешь? Ну серьезно, Ларыч, так не действует, так не работает. Рудничные тележки. Нельзя ли перекрыть воду ими? Рудничные тележки. Нельзя ли перекрыть воду ими? Лар, я слышу, что ты хочешь перекрыть все рудничными тележками. Спасибо. Реально, спасибо за заботу. Где-то там внизу. О! Здрасте. Вот это я зашел на огонек. Тряпки! Конечно, много чего тут ожидал. Но точно не тряпки. Так, подождите, вот это надо. А, вот это надо. Нельзя ли перекрыть воду ими? Ну перекроешь, а что ты хочешь сделать-то? Нельзя ли перекрыть воду ими? Нет, понятно, что ты хочешь перекрыть, Лара, а с помощью чего и как ты мне скажи отсюда, пожалуйста, человеку непонимающему. А что ты хочешь здесь выстрелить? Здесь нету ни спуска, ни подъема. Рудничные тележки. Нельзя ли перекрыть воду ими? Кажется, я понял, что она хочет сделать. Попасть сюда, чтобы зацепить. И свалить. Может, получится. Ага, вот и все. Вода перекрыта. Надо найти способ перекрыть ее полностью. Надо высвободить еще одну тележку. Еще одну хочешь? Ну давай. Я-то не возражаю, Ларыч.
Мне нравится, что здесь есть низко пути подъема. Обычная лестница, лестница с подъемом. Еще одну тележку. Лара, знаю. Не продолжайте. Почему? Мне так интересно. Туран. Надо высвободить еще одну тележку. Понять бы, каким образом ты это хочешь сделать. А. Вижу. Почему-то мне кажется, они там сейчас будут приезжать все по одной. Не шибко-то помогло, Ларыч. Не шибко-то помогло. Да, видите, они возобновляются. А, может... Там есть еще одна? Или она пока не приехала? Мне, знаете, в чем идея появилась безумная? Возможно, нужно дать ей врезаться. Идея безумная, но в теории кажется рабочей. Если я грамотно прыгну, то получится, что она врежется и перекроет поток. Лара. А! Черт. Ну, хоть тряпки использую понемножечку. Все равно их так полно. Ну-ка, в чем суть задания, это я не могу понять. Заберите на крышу мед инопланетного завода, чтобы добраться до входа в шахту. Ну вот сейчас на крышу залезу. Ну что? А, и там, заметьте, вот была вот эта вот... Точно, она потом слетит, там, видимо, есть за что зацепиться. Ну, конечно. А я тупил. А ларчик-то просто открывался. Ну что, открываем сезамчик. Открыть ворота! Получилось. Нужно лишь немного огня. С последним во проблем не будет. Правда, у меня такой вопрос. Как она здесь не просырела до сих пор? Мне тут, получается, разбежаться надо со всей дури. Прыжки вверх — это не совсем мое, как бы. Ну ладно. Аккуратно, беспроблемно. Подождите. Это здесь. Смотрите, сказать, что где-то в другом месте, вон там, находится еще тайник. В конце концов, или это... чем все это надоело. Ну, да. А чего? Зарплаты нет. Премиальных нет, отпуска нету. Работают по 24 часа 7 дней в неделю, вот с недавних пор. Понятное дело, взбесились. Мне походу туда.
Одно тряпье. На каде. В этой горсти монет, где как минимум уже 30 штук есть, ты взяла 5? Ну и что тут у нас? Давай! Советское чудо! Древняя рукопись. Философское рассуждение о достоинствах познания. Ясные глаза, снова новый навык. Ясные глаза. Все ловушки неподалеку автоматически подсвечиваются при использовании улучшенных инстинктов выживания. Похоже, что это значит ловушка? Ловушки? Слушайте, а этот внешний похож на Александра Македонского. Вот. Столько я прямо отсюда вытаскиваю. От неумелых раскопок и до обрушения. Наверняка это связано с пророком. Наверняка. Но я не узнаю. Вот смотрите. Вот просто посмотрите. Сколько вы здесь видите монет? Вот просто посчитайте. Целая гора монет. Вот в одной только стопке вот такой 10 штук. Значит, здесь 10, 20, 30, 40... 50, 60, ну, если брать вот эту сверху, вот эту мелочь, 70. Здесь 70 монет. Что выходит? 5. Лара, ты как считать, умеешь или нет? Ой. Всего полно. У меня всего полно. Я вот этот тай... А, могу. А че не мог? Мне получается, что-то другое целился, что ли? Я забрал его? Все, да, забрал. Наверное, сначала они пробились в эту шахту. Возможно, она ведет наружу. Возможно, а возможно, она ведет к смертному приговору. Кто знает. Но то, что мы ее прошли, уже хорошо. Мы хотя бы... В случае чего сможем увидеть ловушки. Почему мне кажется, что здесь Виндиго живет? Объясните мне, пожалуйста, я не понимаю этого. Давайте вылезем отсюда. Мне что-то здесь... Мне дурно в этой шахте. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, сейчас была небольшая просадка. И там что-то рушилось, и большая просадка случилась. Так, ну я тут все собрал, да? Ну в этой шахте как бы все. Хорошо. Ну и хорошо. И... Так. Давай, Лара, уходим отсюда аккуратненько. Сейчас тебя еще придавит. Да. Есть. Живы. Хорошо. Так, это мы изучили. Да, видите, гробница испытаний, она закрылась. Так что хорошо. Главное, прошу без Виндиго. Ух ты. Тут вроде было поменьше воды, что можно было ходить по щиколотку. Давайте выбираться из этого ада. Все тоннели завалены. Почему-то вот мне очень не по себе в этом. Мне очень не по себе в этом месте. Не знаю почему. Кстати, я сомневаюсь, что здесь, конечно, есть советские плакаты. Но если они здесь есть, то на будущее, когда будем выполнять квестик... Ну, я думаю, они все на поверхности. Ну, нет смысла пихать в доп. Гробницу,
который и так не каждый захочет полезть, учитывая, что здесь уран. Ну, советские плакаты. Хотя, с другой стороны, смысла реально нет. Там уран. Ой, моя спина. Выбрались. Аллилуйя. Живы. Советская база, спасибо. Это я заберу, спасибо. Ну, вы видите замок? Я вижу. Но вскрыть нельзя. Не, да, не положено, да. Ой. Но вскрыть нельзя, не положено. Ледяная теснина. А, это вот здесь, куда мы проходили к Бабе-Яге, да-да-да, был. А сколько там надо еще плакатов-то сжечь? Всего 7. То есть... Я что-то не понял. Это что еще за... Лара Крофт и Яга Судьбы опять начал... Ну-ка, ну-ка, стоп, 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 стоп. Только не говорите, что Баба-Яга опять будет. Лара, ты там что? Походу, Лара нанюхалась этого урана. Просто реально, что это сейчас за отметки Бабы-Ёшки такие пошли? Я не совсем понимаю. Что ж... Ребят, давайте тогда мы с вами. Смотрите, это прям реально все столько помечено. И там, и тут, и здесь, и всякое, и этакое. Да, реально, как-то вот необычно. Мы же вроде Бабу-Ягу закончили, разве нет? Ну так или иначе, ребят, я надеюсь, что вам понравилось сегодняшнее прохождение. Спасибо всем, кто нас сегодня смотрел. Ставим лайки, это очень поможет продвижению видео. Пишем комментарии, мне будет очень приятно почитать и ответить. Ну и, конечно же, ребят, по традиции, как вы знаете, я всегда озвучу ваши комментарии. Самый такой последний у нас комментарий опять написал Стэн. Стэн прям у нас вообще прям активно пишет. Самый такой активный... Я записываю сейчас все заранее, поэтому я записываю на неделю вперед. Поэтому, так что, ребят, пишем активно комментарии, и есть большой шанс, что ваш комментарий будет озвучен. Пока что Стэн прямо лидирует в этом направлении. И Стэн написал, куда приятнее просмотр был бы с хорошим звуком, который не опережал картинку. По поводу звука, ребят, это он писал в отношении 6-го эпизода. Я посмотрел у себя в видеозаписи. У меня все записи хранятся на всякий случай. Ну и для шортсов еще парочку сделать там парочку. Там очень хорошие шансы выходят. Так вот, на Новый год, разумеется, уже. Когда игра выйдет у нас. Так вот, я обнаружил, что там все нормально. Проблема же в чем была в 6-м видео. Она, знаете, с чем связана? Я заметил, что на Ютубе у некоторых каналов озвучка съезжает. Я не знаю почему. К примеру, не так давно, это не реклама, смотрел Мистер Биста. Ну, мне просто интересно, что вообще за человек, потому что я прочитал о нем в книге. Любопытно, что за канал, потому что я узнал о его канале из книги. То есть, понимаете, сколько низкая реклама, хотя у него столько подписчиков. Я сам удивлен. Ну, такая уж реальность, что поделаешь. Издал о канале из книги. Читайте, кстати, очень удобно. Так вот, я послушал один из его видео, ну ладно, много что посмотрел, но я начал замечать, что почему-то его русскоязычная озвучка, я понимаю, что там, скорее всего, какое-то наложение идет поверху, но оно съезжает, оно буквально просто съезжает в сторону. Возможно, что-то в этом роде. У других каналов, уже русскоязычных, полноценных, тоже это замечал. Возможно, это сейчас на Ютубе какой-то глюк пошел в последнее время, потому что буквально это было всю неделю.
может быть, не знаю, не оправдываюсь. Но говорю по факту, там все нормально. Причем я каждую озвучку аккуратно свожу. Вот даже сейчас, вот смотрите на эту вебку, а я под ней ведь свожу. Ну это так, к слову. Я никого не обвиняю, я просто реально говорю, что, ну, по факту такая ситуация есть. Что ж, ребят, ну, надеюсь, вам понравилось. Лайк, комментарий, еще раз подписочка. Ссылочки на наши социальные сети в описании. Расписание опубликовано в сообществе Ютуба и в Дискорде. Переходим, смотрим. По поводу расписания объясню. Ребят, сейчас спрашивают, когда, что, когда. Я публикую расписание не просто так. Там, конечно, прописан пунктик внизу самым таким мелким шрифтом. При случае форс-мажоров может измениться. Но обычно, если форс-мажор случается, я об этом сразу сообщаю. Так что не переживайте. Если уж на крайняк у меня не будет возможности сообщить, за это сразу сделают автоматом модераторы. Так что проблем не будет с оповещением, ребят. Успокойтесь. Главное, смотрим в расписании, и все будет хорошо. Ну а с вами был Вескер, Umbrella Touching. Всем до скорой встречи, всем пока. Черт возьми, Баба Яга, с каких пор ты решила вернуться? Удачи! Yeah.